То, о чем я сейчас говорю, это, безусловно, не пустые, не красивые только слова, это вопрос нашего существования и, более того, выживания в полном смысле этого слова. Знания, технологии, компетенции, кадры – это основа для реализации наших национальных проектов, для достижения наших стратегических целей. Речь о новом качестве жизни человека, о возможностях для его самореализации, о конкурентоспособности нашего общества в целом, экономики, государства в мире будущего. Нам нужны прорывные открытия и разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу. Наука, технологии, образование должны сквозной линией проходить через все наши нацпроекты и программы. В текущей работе научных учреждений, к сожалению, часто вопиющие случаи, их немало, когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями, причем конечного результата не просматривается. Я думаю, что и молодые перспективные специалисты в таких исследовательских командах не задерживаются или морально просто ломаются, неинтересно. Вот для справки, в прошлом году в академических институтах по 40% тем не представлено ни одной научной работы, учтенной хотя бы в какой-либо из баз цитирования. То есть, получается, либо результатов нет, нет вообще, либо они никому не интересны. Зачем их тогда называть научными исследованиями? И стоят ли они таких денег? Знаете, сколько на это уходит? 40 миллиардов рублей. Время спрессовывается, масштаб задач и вызовов очень большой, он огромен. Если мы и дальше будем распылять деньги, неспешно двигаться вперед, а то и просто пережевывать вчерашние проблемы, мы просто опоздаем. Причем опоздать можем навсегда. Даже в последний вагон технологической революции не успеем прыгнуть. Для фундаментальных исследований одним из ключевых показателей является количество научных публикаций и ведущих изданиях и индекс цитирования. Я, честно говоря, с этим тоже согласен, понимаю, очень много особенностей, и это самые разные сферы деятельности. Кого-то хотят цитировать, кого-то сознательно не цитируют. Это все понятно, это все ясно. Но тогда нужно выработать, и я вас прошу это сделать, какие-то другие объективные критерии оценки результатов, основанные на репутационной ответственности и оценке профессионального сообщества. Ну а как? Нам нужны же какие-то способы оценки результатов работать. Это нужно сделать. Теперь, что касается прикладных исследований. Здесь итогом должны быть не отчеты и не количество разработок, а практический вклад в результаты и от результатов внедрения этих разработок.